Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок сообщил, что кроме экс-министра агрополитики Украины Игоря Швайки в причастности к беспорядкам у здания Верховной Рады подозревают еще одного члена партии, экс-депутата Рады Юрия Сиротюка. Министерство внутренних дел Украины во вторник сообщило, что вызвало на допрос около 30 человек в рамках уголовного дела о массовых беспорядках у Верховной Рады. Среди них Тягнибок, а также региональные активисты «Свободы» Сиротюк, Швайка, Игорь Криворучко, Сергей Бойко, Игорь Сабея. В пятницу Швайка написал в микроблоге в Твиттер, что на допросе ему зачитали уведомление о подозрении в причастности к беспорядкам у здания Рады. «Мы констатируем факт, что после допроса Швайки и Сиротюку было объявлено подозрение», — сказал Тягнибок журналистам после допроса в Главном следственном управлении МВД. Парламент Украины принял в понедельник в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации. Это вызвало протесты со стороны трех фракций коалиции. После голосования у стен Рады произошли беспорядки. В результате противостояния, как сообщили власти Украины, трое правоохранителей погибло, более 150 человек пострадали. Глава МВД страны Арсен Аваков обвинил в происходящих беспорядках националистическую партию «Свобода».